Друзья, всем привет! Вот хочу поделиться с вами радостью. Сегодня пришла ко мне посылочка. Посылочка с кактусами. Вот таких замечательных пупсиков я получила из Тюмени. От Татьяны Ожогиной. Она занимается красивыми кактусами. У нее и хинопсисы гибридные, лобивии. А это трихоцереусы гибридные. Из немецких семян, от переопыления очень красивых, ярких, насыщенных таких сортов. И я получила эту красоту себе. Вот эти два она положила в подарочек, в бонус, два маленьких таких пупсика. Ну, а эти вот уже такие подрощенные немножко подросточки. Я их посадила. Смесь я сделала для них: грунт, битый кирпич, перлит, песок, универсальная торфяная земля и немножко земли из сада, из-под деревьев плодовых. Земля там у нас чистая, кошек, собак нет. Я не стерилизую землю, но первый полив я сделаю, конечно же, с фитоспорином, чтобы не было никаких инфекций. Вот такая красота пришла ко мне сегодня. Ну и вот еще мимоходом я уже вынесла свои эпифилумы. Коллекционные, сортовые, разные-разные сорта. Здесь и Yellow, и Pegas, Sound of Music, и Карнавал, и Амброзия. А еще что? А, Бампкин еще. В общем, вынесла своих красавчиков. Здесь летом распускается виноград, и он притеняет их от солнышка. Им здесь хорошо. На некоторых уже появились бутончики, пока только в зачаточном состоянии. Вот тоже из ореолки виднеется бутончик. Вот здесь чуть покрупнее бутончик. А это Рипсолидопсис. Рипсолидопсис называется Абердин сорт. У него очень красивый. Не смотрите, что он такой запыленный после зимовки еще. Абердин очень красиво цветет такими насыщенными фиолетово-красноватыми цветами, крупнее, чем у обычного рипса. Вот, это от него я тоже отсадила. Ну вот, в общем, посмотрите еще раз на моих новоприобретенных красавчиков. Все, пошла заниматься дальше. Всего хорошего, пока-пока.